17 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Конева прошу прощания с Виктором Ларионовым. Ветеран Великой Отечественной войны и омского спорта, судья всесоюзной категории по волейболу, ушел из жизни в 98 лет. Отдать дань памяти одному из ярких деятелей омского волейбола, военному летчику, обладателю государственных наград, пришли представители регионального министерства спорта, руководители областной федерации волейбола, ветераны спорта, тренеры и судьи. Безусловно, те жизненные силы, те жизненные навыки, которые Виктор Константинович в себе воспитал, передаются нам, молодому поколению спортсменов, судей, руководителей. Потому что действительно очень важный и нужный на сегодняшний день жизненный пример для многих, для нашей молодежи, ну и для нас с вами. Потому что, когда уходят такие люди, становится очень грустно и тяжело на сердце. Ветераны и тренеры отметили доброту, человечность и потрясающую силу духа Виктора Ларионова. Буквально до последних дней он продолжал работать. Начиная с 1979 года был главным секретарем соревнований по волейболу на областных спартакиадах «Королева спорта». Главная черта, что он любил людей, любил. И это ему помогало и в военное время, когда он служил и был летчиком-штурмовиком. Потому что без взаимной поддержки, без помощи, нельзя было решать большие даже и в то время эти вопросы. И это переросло, военная закалка, она переросла, видимо, и в жизни, в дальнейшем, потому что он действительно достиг многого. Я его помню с самого детства, как я начала заниматься волейболом. Поэтому этот человек всегда был перед моими глазами. Я видела его работу, та ответственность, та любовь, которая от него шла всегда. То понимание своего дела, умение все делать. Вот это, вот, наверное, всегда привлекало. И тут так устроен мир, что люди уходят, покидают. Но самое главное, что, я думаю, после него его дело осталось. Потому что много учеников, потому что я вчера разговаривала. Люди помнят его, как он помогал и в судействе, и как он судил, как он умел это делать. То есть он практически знал всех, знаете, всех игроков команды, всех судей, весь Омск, всю Омскую область. Память о Викторе Ларионове навсегда останется в истории нашего региона. В апреле 2020 года, в преддверии 75-летия Победы, физкультурно-оздоровительному комплексу на улице Конева было присвоено его имя.